Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я хочу с вами поговорить о трансгуманизме. Трансгуманизм – это течение, которое зародилось, на самом деле, в человечество очень давно. А сам термин возник в начале 19 века. Он означает нового человека, он означает новое человечество. В целом, трансгуманизм рассматривает вопросы бессмертия, рассматривает вопросы избавления от болезней, ну и в целом каких-то более великих социальных перемен, которые должны сделать нас счастливыми. Ну давайте себе представим, что мы хотели бы улучшить в человеке. Однозначно мы часто хотим сделать наше тело более устойчивым к заболеваниям. Мы хотим сделать так, чтобы мы не ранились чем-либо. Мы хотим летать в открытый космос без скафандра. Мы хотим делать так, чтобы мы никогда не уставали. Мы хотим, возможно, расширить свои способности в области, скажем, какого-то восприятия. То есть мы хотим видеть больше, мы хотим видеть лучше, мы хотим видеть дальше. Это желание совершенно естественное, но совершенно не ново. Оно преследовало людей на протяжении тысяч, миллионов лет вперед. А сейчас мы стоим перед новыми открытиями, мы стоим перед эрой исследования космоса, мы стоим перед вопросами новых социальных взаимодействий. И нам эти вопросы сейчас крайне актуальны. В середине 18 века многие врачи, многие ученые рассуждали о том, каким образом мы бы могли достичь лучшего, мы бы могли достичь большего. Речь идет о каких-то магических практиках, то есть каком-то влиянии человека на окружающее пространство. Речь идет о каких-то увеличении физических способностях, какие-то применялись травки. Речь идет про алхимиков, которые пытались с помощью философского камня не только продлить жизнь человека и сделать его бессмертным, но также обеспечить ему вечную молодость. И еще они экспериментировали в области создания людей. Есть такое слово «гомункул», да? Оно означает «человека, рожденного в пробирке». То есть это все зародилось не сегодня. Уже начиная в конце 19-го, в начале 20 века очень многие писатели-фантасты тоже рассуждали на тему трансгуманизма. Вы все знаете произведение Жюля Верна, вы все знаете его мечты по поводу жизни в океане, вы все знаете, что он в своих фантазиях пошел до модификации человека, я имею в виду Ихтиандра. И эта мечта на самом деле для нас так же актуальна, как и мечта жить в космосе. Давайте же рассмотрим по порядку все возможности по улучшению тела, разума и других способностей человека. В первую очередь я хочу рассказать вам о крионике. Крионика – это наука, появившаяся совершенно недавно. Она исследует вопросы поведения и возможность заморозки тел. Заморозки тел человеческого и различных живых организмов. Речь идет о том, что в целом при замерзании мы все знаем, что так устроен человек, что человек умирает. Но при определенных условиях, при определенных биологических замедлениями процесса метаболизма человек, в принципе, довольно сносно реагирует на низкие температуры. Однако же речь идет о полном замирании всех биологических процессов в организме, а для этого применяют жидкий азот и прочее. А самое сложное, что возникает на этом пути сейчас, это то, что вода, которая содержится в наших клетках, во всем нашем организме, кристаллизуется при низких температурах. Таким образом, она разрывает клеточные мембраны, и после этого организм восстановлению не подлежит. Но эти проблемы сейчас исследуются, и исследования идут в очень различных направлениях. Сейчас есть достаточно большое количество компаний, которые предлагают вам после смерти заморозить ваше тело до тех времен, когда наука зайдет настолько далеко, что сможет вас воскресить.
Этот бизнес на самом деле достаточно прибыльный сейчас, и эти компании, многие миллионеры и другие люди платят очень большие деньги. Такие компании существуют, как ни странно, в США, в просторах бывшего СНГ и даже в Украине. Единственная есть компания, недавно появившаяся. Они хранят тела в жидком азоте, вы подписываете контракт, и они вам обещают, что они вас воскресят. Они хранят тела, правда, хранят. А второй момент, который я хотел бы обсудить, это возможности регенеративной медицины. Ну, конечно, очень бы хотелось, чтобы у нас могли, чтобы наши руки могли быть отращиваться так же быстро, как хвост у ящерицы или что-нибудь такое, чтобы наша регенерация была гораздо более быстрой. В целом, человеческие регенеративные способности и так достаточно обширны. Человек может восстанавливать очень многое из того, что не присуще другим видам живых организмов. В частности, речь идет даже про восстановление нервных клеток, вопреки заблуждению. Исследования в этом направлении продвигались, начиная с 19 века и заканчивая 20-м. И заканчивая нынешним временем. Пробовали многое. Пробовали с помощью различных биологических ферментов стимулировать процессы роста клеток. Ну, подробнее об этом вы можете узнать в интернете. Я просто лишь указываю на различные исследования в этой области. На сегодняшний день самое большое достижение в области регенеративной медицины – это печать органов. В Японии недавно завершился эксперимент по печати целого органа печени. С помощью особого вида 3D-принтера они смогли напечатать полностью функциональную человеческую печень. То есть это прорывная сейчас область, и в области печати органов мы скоро выйдем на совершенно новые горизонты. Возможности генной инженерии. Возможности генной инженерии также очень высоки, в том плане, что модифицируя какие-либо гены, которые отвечают за, возможно, процессы старения, возможно, за процессы регенерации, мы также можем достичь не только долголетия, но и вечной молодости. Современные исследования в области генной инженерии, я думаю, очень хорошо озвучил предыдущий оратор. Однако я добавлю еще, что генная инженерия на сегодняшний день это наука более обширная, чем просто биология. Сегодня мы уже говорим не просто о генной инженерии путем биологических исследований, но и технологических. Некоторые достижения в области физики, в частности, я имею в виду туннельные зондовые микроскопии и так далее, позволяют нам уже манипулировать отдельными молекулами, отдельными атомами, ну, естественно, там, с некоторой натяжкой определенными генами. Исследования в этой области сейчас идут достаточно интенсивно, и в целом на сегодняшний день ситуация очень оптимистична. Геном человека на сегодняшний день уже, скажем так, достаточно обширно исследован. В Швейцарии совершенно недавно проходило исследование, глобальное исследование генома нации, то есть у граждан брали ДНК и исследовали генотип. Эта информация хранится во Всемирном банке данных и, собственно, доступна для исследования различным компаниям, ну, в коммерческом варианте. Наномедицина. Наномедицина – это то, что должно нас спасти в ближайшее время от таких страшных болезней, как гипертония, как проблемы, связанные с кровеносной системой. Мы все знаем, что на сегодняшний день эта проблема по уровню смертности для нас очень актуальна. От гипертонии умирает больше людей, чем от всех остальных болезней в мире вместе взятых. От проблем с кровеносной системой, имею в виду. Что нам может дать наномедицина? Наномедицина – это наука, которая позволяет нам исследовать человеческое тело, либо же производить в нем какую-либо корректировку с помощью очень-очень маленьких роботов. Размером, ну, скажем, с молекулы, с большие крупные белковые молекулы.
Собственно, сами белковые молекулы часто и есть нанороботы, но мы пытаемся создавать собственные искусственные. Ну, в том числе не только нано, но и микро. Уже сейчас существует достаточно большое количество исследований, если вы погуглите. Я только скажу ключевые слова. Это ферромагнитные актуаторы, это, скажем так, условно активируемые микророботы, назовем его так. Эти штуки позволяют, они поселяются в нашу кровь, и они нам позволяют произвести в организме какие-либо изменения. Они позволяют, например, почистить бляшки на сосудах, они позволяют уничтожить какие-либо зачатки какой-нибудь раковой опухоли или сделать что-либо подобное. Пока на сегодняшний день это все еще лабораторное исследование, но я думаю, что в ближайшее время они выйдут на широкий фронт. Теперь мы поговорим с вами немного о другой части человека. Это не тело, это разум. Хотя разум — это тоже часть тела. Скажем так, мы хотели давно как-то расширить свои способности. Расширение человеческих способностей у нас тесно связано с расширением возможностями самого разума. Сегодня у нас уже существует масса технологий, которые позволяют увеличить наши физические способности. Я имею в виду экзоскелеты, я имею в виду различные манипуляторы, я имею в виду даже человека, сидящего в подъемном кране, ведь он управляет огромной машиной, которая делает за него адскую работу. Однако же речь о киборгизации идет о объединении механических частей и наших естественных частей тела. Речь идет о встраивании в нервную систему, речь идет о встраивании в цикл обмена. Ну, скажем так, все знаете, что сейчас довольно легко заменяют кусочки сосудов трубочками, кусочки костей заменяют какими-то сплавами, спицами. Сейчас, в принципе, уже довольно многое в хирургии возможно. Однако мы можем пойти дальше, и в течение 20 века очень много исследований проводилось в области замещения органов их механическими, электронными или другими аналогами. Были успешные эксперименты в области даже замены сердца. Люди жили достаточно долго на электрическом сердце. Даже сейчас, вы знаете, во время операций, проводимых и так далее, на какое-то время роль сердца выполняют специальные аппараты. Это возможно. Также речь идет о подключении к самому мозгу. Здесь мы уже плавно переходим в область искусственного интеллекта, но я бы хотел все-таки поговорить немножко о подключении к мозгу физически. Сегодня существуют уже в продаже так называемые нейроинтерфейсы, так называемые нейрошапки. Это штука, которая одевается вам на голову, электроэнцефалограф, и она позволяет усилием мысли каким-либо образом управлять курсором на экране, какими-либо процессами, которые читает компьютер. Например, существует такая интересная игра. Садятся двое за стол, одевают на себя нейрошапки, и смотрят на шарик, который лежит посредине стола. Все это напичкано электроникой, естественно. Концентрируя внимание на этом шарике, вы способны двигать этот шарик ближе к сопернику. Соперник делает в этот момент то же самое. Вы меряетесь силой мысли. Это очень увлекательная, интересная игра. Кстати, штука эта стоит недорого, ее можно заказать за $200. Нам ее привезут из США. Ну, относительно, я имею в виду, для таких штук. Они стоили совершенно недавно миллиарды и были в единственном экземпляре. Также были успешно проведены некоторые опыты на крысах, которые позволили произвести прямую интеграцию с нервной системой крысы. Речь идет как о периферической системе, так и о центральной. Это похоже на пленочку, которая накладывается на поверхность мозга. И она позволяет общаться, позволяет стимулировать какие-то части мозга с помощью электрических сигналов. Сейчас идет процесс уменьшения этих пленочек. Их стараются сделать все меньше и меньше, чтобы мы могли стимулировать конкретные нейроны.
Для чего это нужно? Для того, чтобы мы смогли общаться с электронным устройством напрямую. Вы себе только представьте. Знаете, вообще нервная система, она так интересно устроена, что как только у нее есть возможность вот чем-то поуправлять, она с удовольствием этим попробует поуправлять. Наша вся нервная система построена так, что она очень любит обратную связь. То есть как только к ней начинают поступать какие-то дополнительные сигналы, она их тут же начинает анализировать, ей становится интересно, любопытно, она начинает с этим взаимодействовать. Вы все знаете, как себя ведут дети. Поэтому с этим проблем, в общем-то, мало возникает. И по большому счету, хочу сказать об одном из удачных экспериментов. Совершенно недавно, я не буду называть фамилию, я точно не помню, но я думаю, что если вы погуглите, вы увидите. Один инвалид США встроил себе в руку систему взаимодействия с инвалидной коляской. Теперь он полностью парализован, но силой мысли он спокойно двигается в любом направлении, в котором ему необходимо. Также с помощью он может управлять своим компьютером, курсором мыши на компьютере. И кроме этого, ему еще хотят сделать специальную роборуку, которая позволит ему каким-то образом взаимодействовать с внешним миром. То есть, как видите, в этом направлении сейчас уже наука пошла семимильными шагами. Что нас ждет завтра, я думаю, это что-то сверхъестественное. Прошу прощения, случайно не Стивена Хокинга? Вот это не только он. У Стивена Хокинга, по-моему, стоит нейроинтерфейс, но он не инвазивный. Я могу ошибаться, поэтому я давайте не буду говорить. То есть давайте погуглим, да? Я могу ошибаться насчет инвазивного и неинвазивного интерфейса. Вы знаете ответ на этот вопрос? Скажем так, у него изначально был датчик, привязанный к движению его мышц, но после того, как вот, скажем так, его коляска и вот вся эта система она постепенно, скажем так, развивалась, ее совершенствовали, и вот вполне себе может быть, что уже вот это я все думаю, на нейроинтерфейсах. Я думаю, что у него сейчас нейрошапка стоит. Я не думаю, что у него инвазивный интерфейс. Но я могу ошибаться. Всем можем ошибаться. И мы подходим плавно к такой интересной области, как искусственный интеллект. Вы все знаете, что сейчас идут достаточно интенсивные исследования в этом направлении. То, что мы о них редко слышим по телевидению, ну, знаете, с этим информационным шумом вообще что-то очень сложно услышать. Но, тем не менее, эта область финансируется очень серьезно, и разработки очень далекие на сегодняшний день. Что же такое искусственный интеллект? Искусственный интеллект – это попытка сделать нечто подобное нашему мозгу по функционально на каких-то других носителях небиологического характера. Сейчас мы говорили о взаимодействии с машинами. Теперь представьте, что будет, если мы будем взаимодействовать с умной машиной. Что будет, если мы будем взаимодействовать с машиной, у которой будет своя личность, свое «я». Причем делать это не просто, скажем так, как-то руками, как мы привыкли, да, но, возможно, мысленно общаться с ними. Что нам дает это направление в области трансгуманизма? В области трансгуманизма нам это дает возможность расширять возможности собственного разума далеко за пределы наших нынешних возможностей. Сейчас мы об этом поговорим более подробно в рамках цифрового бессмертия. Один из вариантов развития человека подразумевает перенос нашего сознания на другой носитель. Представьте себе, если мы возьмем дискету и запишем туда наш мозг. Как вы думаете, это будет копия нас или это будет копия чего-то? Ну, я думаю, пока это не будет каким-либо образом обрабатываться, развиваться и жить, мы не можем об этом сказать. Однако же это очень интересный и актуальный для нас вопрос. Что же будет, если мы сделаем просто копию нашего мозга? К примеру, эта копия будет жить и эмулироваться на каком-нибудь компьютере. В этом отношении я посоветую вам отличный фильм «13 этаж». «13 этаж» называется. Я хотел упомянуть, что многие из разработок, о которых я сегодня говорил, очень интенсивно развиваются в рамках военных программ.
На сегодняшний день в США создан экзоскелет, который выпускается промышленно, его используют в американской армии. Это не какая-то новость, не шутка, ничего. Эта штука позволяет вам носить груз до, если я не ошибаюсь, 380 килограмм. Вот этот ящик, я не знаю, сколько он весит, но явно очень много. При этом вы сами чувствуете легкость движений, комфорт, вы не устаете. Эта штука позволит вам бегать днями и сутками напролет. Эта штука позволяет уже расширять человеческие способности. Сейчас идут работы в области усовершенствования интерфейса с человеком, в том числе в области нейроинтерфейса, чтобы это устройство гораздо более быстро обрабатывало ваши желания. Также мы все знаем, например, все видели шлемы пилотов сверхзвуковых самолетов. На сегодняшний день шлем пилота сверхзвукового самолета – это настолько сложная электронная штука. Она позволяет вам видеть невидимое, она вам позволяет видеть больше, видеть дальше. Потому что одновременно на экран этого шлема выводится огромное количество дополнительной информации о том, что происходит вокруг. Вы видите одновременно не только впереди себя, вы видите еще показатели там, жизнедеятельности самолета, количество топлива, все такое. Вы можете наводиться на цели, вы можете анализировать боевую ситуацию и так далее. Эта штука очень серьезно расширяет возможности пилота. Помимо этого, он содержит еще массу различных датчиков, которые меряют медицинские показатели. И современные шлемы содержат даже специальные нейростимуляторы, которые способны вовремя, так сказать, нанести небольшой удар тока. Так, в области оружия совершенно, точно так же производится огромное количество исследований. Есть винтовки, которые подключаются к подобного рода шлемам, которые вам позволяют стрелять из-за угла и делать вообще все, что угодно. Я это все веду к тому, что, знаете, не очень хорошо, с моей точки зрения, что такие огромные усилия мы тратим на войну. И если бы эти усилия направить в каком-либо ином направлении, возможно, мы смогли бы стать более счастливыми. Об этом я хочу поговорить сейчас. Я хочу затронуть морально-этическую сторону вопроса. Трансгуманизм как явление, как тенденция порождает между нами, порождает для нас очень большое количество вопросов, связанных с этикой и моралью. Например, если человек обретет сверхспособности, останется ли он при этом человеком? Возможно, это будет совершенно новое существо, которое будет совершенно пользоваться другими критериями в жизни. Возможно, ему будут чужды понятия любовь. Возможно, ему будут чужды понятия детей и многие другие. Также это вопрос вмешательства в саму суть человека. Для многих людей, которые верят в различные религии, не хочу называть, не знаю просто о чем. Для многих подобных верующих людей очень актуален вопрос, что же происходит, когда мы вмешиваемся в природу человека и имеем ли мы вообще право делать это. Также затрагиваются вопросы социального неравенства. Если мы будем все иметь доступ к таким технологиям, а кто-то не будет иметь, то мы сильно увеличиваем расстояние между людьми модернизированными и людьми обычными. Как мы сможем политически регулировать эту ситуацию? Я хочу сказать, что многие проблемы, которые сейчас мы ставим перед собой, связаны с тем, что мы ставим на пороге новых открытий, которые должны требовать от нас очень глубоких социальных перемен, очень глубоких личностных перемен. Нам предстоит очень многое понять о себе нового, нам предстоит очень многое узнать о себе, нам предстоит многому научиться. И тогда, я думаю, лет через 35-40, возможно, мы будем готовы жить вечно.
давайте. Я вспомнил один случай, вы вспоминали про всякие операции. Один программист, не помню, как его зовут, он согласился на пересадку головы на другое тело. Ему еще не пересадили. Ему еще не пересадили, должны, по-моему, будут только весной или там. Я долго помню, это было связано с очень долгими препирательствами в области закона. Это история насчет трансгуманизма. Все-таки это как пересадка органа, но это пересадка тела или пересадка головы? Скажем так, давайте поговорим о пересадке головы. Начнем с того, что пересадкой головы вообще занимаются не первый день науки, да? А головы пересаживали еще профессор Преображенский, если мы все помним. Собаки бисквена, да. Эксперименты на собаках, кстати, велись в течение всего 20 века. И, кстати, приоритет этих исследований, как ни странно, принадлежал СССР. Более того, я вам хочу сказать, что очень многие ученые на просторах бывшего Российской империи, бывшего Советского Союза, бывшего СНГ, очень многие ученые внесли фундаментальный вклад в развитие трансгуманизма. В том числе Циолковский, Лев Толстой. И многие современники. Что касается пересадки головы, насколько я помню, в СССР дошли до того, что голова собаки жила, в принципе, там, до года, полтора после пересадки. То есть ей обеспечивали. Но там это происходило, ей давали просто другое естественное тело. Этого не смогли сделать на механической основе. Что касается пересадки головы человека, здесь вопрос упирается в возможности химии. Дело в том, что, насколько я помню об этом эксперименте, вся загвоздка состоит в том, что на это время операции необходимо определенным образом как-то замедлить работу процессов в мозге, химических именно процессов. Как они собираются этого достигать, нужно подробнее читать. Но я думаю, что этот эксперимент может быть осуществлен успешно в ближайшее время. И тем самым слушание технологии 3D-принтинга мы просто можем... Конечно, да. Мы можем напечатать новое тело человеку и посадить голову в новое тело. Не клонирование, решили проблему. Мы не клонируем свое тело. Пожалуйста. Давайте. Если можно, два вопроса про ген-инженерию. Да. Каким образом ген-инженерия может замедлить наше старение, если, по словам биолога, мы сами до конца не знаем, почему мы стареем? Второй вопрос. Вы говорите о улучшенном геноме. И как вы себе представляете то, что мы рассматриваем геном, что в нем нуждается в улучшении, а что... Пожалуйста. Смотрите. Так, первый вопрос у нас касался механизмов старения. Во-первых, у нас планируется в ноябре очень большая, обширная лекция биолога по механизмам старения. Хочу сказать, это полуторачасовая лекция. Там будут рассмотрены и свободно-радикальная теория, и очень многие другие теории. Что касается нашего понимания, да, мы не до конца понимаем, как работают механизмы старения. Но что я могу точно сказать, что очень много мы уже понимаем. В частности, мы достаточно много понимаем о многом, чтобы позволило нам продлить жизнь. В частности, если мы говорим хотя бы в рамках свободно-радикальной теории, мы, например, понимаем, как именно происходит старение благодаря свободным радикалам. Если мы сможем повлиять хотя бы на этот аспект жизнедеятельности, то я думаю, мы сможем продлить свою жизнь. Точно так же исследования во всех остальных областях ведут нас к одному результату. Я думаю, что мы движемся к сингулярности. Я думаю, что мы движемся к сингулярности, и мы должны к ней двигаться по всем дорогам. Сингулярность, вот она, центр. А мы к ней идем со всех разных путей. И однажды мы все встретимся, пожмем друг другу руки и станем бессмертными. Да, хорошо, я, может быть, не ответил, но... Я вот в плане того, что столько было киборгизации и все дела, я вот думал, что где-то сейчас стоит слово «бионика». Я прав, она относится вообще к этому или... Бионика, да. Бионика – это, собственно, то, на сегодняшний день бионика – это не наука, это направление. Это направление в области биологии, электроники, биофизики и очень многих других наук, которые направлены на расширение возможностей тела человека. Недавно на конференции TED был представлен очень умный протез –
для известной танцовщицы, которая смогла благодаря этому протезу, она потеряла нижнюю часть ноги, благодаря этому протезу она смогла снова танцевать. Ну а как же вот тот дядя-старичок, который может теперь своими кистями крутить на 360 градусов? Ну, в том числе и дядя, да. То есть достижения в этой области сейчас достаточно высоки, и стоит ожидать, что эти технологии будут доступны даже у нас в стране очень скоро. Потому что сейчас развиваются технологии 3D-печати, они развиваются настолько, что 3D-принтеры уже собирают в подвалах. 3D-принтеры уже печатают 3D-принтеры? Да, в том числе 3D-принтеры печатают 3D-принтеры. Я ответил? Хорошо. Есть еще вопросы? Да, Саша. Биохакинг и киборгизация? Ну нет, вот, мне кажется, это из разных областей. Киборгизация... А? Как? Окей, давайте объясним, что такое вообще основа биохакинга. Собственно говоря, новый термин для многих. Так как я сам, честно, я знаю немного, мне стало интересно. Хорошо. Давайте так. Я не знаю, что такое биохакинг. Я знаю. Возможно, я пойму, что это, когда услышу о том, что это за процесс. Ну, это, допустим, к сожалению, я не могу помнить кучки пальцев для облегчения работы. Человек-паук. Это можно назвать бионикой, можно назвать, не знаю. Я просто думаю, что речь только об определениях, новых названиях и всем остальном. Конечно. Я тоже, когда паяю, я себе столько всего навешиваю. Есть вопрос. А как насчет того, что если, к примеру, мне вставили бессмертный мозг, и он всячески работает, вот у меня есть моя душа, условно, вот, и мне записали мои новые какие-то воспоминания. При переносе, да? Да, да. То есть, как... Ну, вообще, как ты относишься к этому вопросу, как к переносе сознания на другой носитель? И будут ли это, как будет ли, что ли, организм тогда воспринимать эти воспоминания как естественные, или будет какое-то там отражение? Ну, то есть... Я думаю, что будет. Это раз. А во-вторых, я скажу чисто свое мнение. Знаете... Мы ведь и так на самом деле видим мир через такое количество различных электронных устройств и других, и химических устройств, и искажений. Когда информация доходит до нашего мозга, она настолько не похожа ни на что. Вы ведь знаете, что, например, когда человеческий глаз что-либо видит, когда к моменту, когда эта информация доходит до... центральная нервная система, в смысле до мозга, до зрительной зоны, это уже совершенно не образ того, что мы видим. Информация уже в глазном нерве обрабатывается так, что это совсем не то. Это уже, скажем так, ассоциативные воспоминания с какой-то формой, с чем-то еще, какие-то уже предкурсоры реакции и всякое такое. То есть, сейчас мы плавно перейдем к агностике, просто, мне кажется. Возможно, да. Я хочу сказать, что... Для нашего мозга, как для нервной системы, по большому счету, она примет за чистую монету все, во что ее поселят, и будет адаптироваться к этим условиям. Вполне вероятно, что если в том, что мы туда записали, будут какие-либо ошибки, эта система рано или поздно их обнаружит. Но, как ни странно, лично по моему мнению, она скорее примирится с этим, скажет: «Окей, я не буду на это обращать внимания, я буду жить дальше, моя цель будет». Как-то так.